Приветствую, давно не было видео. Ну как давно? Есть повод, вернее, его записать. Прибыло тут улитки Мелании. Бесплатно, абсолютно бесплатно мне отдали. Зачем я их завожу? Ну, есть много споров на самом деле. Нужны они, либо не нужны. Давайте пообсуждаем. А с одной стороны, это индикатор для аквариума, и извиняюсь сразу за голос, за свой, потому что я немножко простыл здесь на днях, пришлось топиться буквально вчера, холодно. В общем, это индикатор, когда в вашем аквариуме что-то происходит, эти улитки из грунта вылазят на стекла. Вот, это первое. Второе. По весне, когда садово-огородные работы начинаются, люди подкапывают деревья, вы это замечали? И деревья себя чувствуют лучше. Я точно не знаю, из-за чего так, но есть вот такая вот методика. Они будут рыхлить грунт. Из грунта пойдут пузырьки метана и прочих газов, которые есть в природных резервуарах, так скажем, да, но нежелательно в аквариуме. И поэтому газ и какашки, которых бывает иногда очень много, лишний корм, все это будет перерабатываться этими улитками. Насчет того, что они причиняют вред, ну, единственное, что они портят внешний вид. И более ничего, на мой взгляд, потому что, ну, улитки и улитки, подумаешь. Если у вас грунт вообще такого же цвета, как они сами, то я не вижу никакой причины. Да, они, конечно, плодятся, но в моем случае у меня сдыхли, я рассказывал уже ранее. Хелены пропали в малечнике. Ну, там было всего их три. Ампулярии все попропадали здесь. По одной осталось здесь и здесь. И остались только катушки. Катушек, кстати, немного. Я сам замечаю, что катушек немного. Хелен, поэтому я заводить ни здесь не стал. Но для рытья грунта, я надеюсь, их мои самые трогать не будут. Где они? Самятина, ты где? Вон они там. Сразу заныкались, как только свет увидели. В общем, я думаю, не повредит. Да, это, конечно, будет нагрузка на мой аквариум, потому что, опять же, потребление кислорода, опять какашки, но, опять же, они будут подъедать какашки сами, да, рыть грунт, из грунта будут вылетать пузырьки газов нежелательных, которые в аквариуме, ну, не то что быть не должны, нежелательные, опять же, повторюсь, вот такая тавтология. И посмотрим, что из этого выйдет. К сожалению, гупешек не забрали. Ну, женщины такие женщины, сами прекрасно знаете. Сначала утром одно, вечером другое, на следующий день третье. В общем, наверное, придется их выставлять за бесплатно. Пускай запущай забирают. Местным уже не надо, мне никто не пишет. Из 7 человек, которые брали контакты, только 3 ко мне обратились. Ну, 4, вот. Четвертый, можно сказать, покупатель не стал ничего брать. Ну, потому что далеко ехать ему в мою деревню. Я вам говорил, что я живу в деревне. Вот. Сейчас рассортирую их, где побольше, на объем побольше. Или, наверное, просто буду пинцетиком их считать. Посмотрите, сколько их много. Здесь, наверное, штук. Ну, прилично. В общем, повторюсь, это мне досталось абсолютно бесплатно. Посмотрим, как они будут себя вести. Мне кажется, конечно, часть из них, может быть, передохнет. Хотя по одной, по две штучки у меня плавали в этом аквариуме и в этом. Тоже мелании. И я их иногда там наблюдал. Итак, давайте подытожим к концу видео. Какая польза? Какашки, газы, рыхление грунта. Да? Какашки едят, грунт рыхлится. Что еще? Растения, мне кажется, будут переть лучше, потому что есть рыхление, движение грунта. В общем, из-за этого я их оберу и проверяю. Вот такой вот эксперимент. Ну и второе, не знаю, мне на второй из минусов, мне как бы все равно на внешний вид. В принципе, он у меня и так не очень хороший, этот аквариум. Вот. Скоро нужно будет делать конкретную прополку, перебирать все растения. Потому что я смотрю, им нужно делать перестановку, скорее всего, в общем. В общем, как-то так, в двух словах.
Попробуем, что из этого получится. Поделю примерно на три части вот это все и раскидаю по трем аквариумам своим. Вред или польза, пишите, пожалуйста, в комментариях. Посмотрим, что из этого получится.